После столь длительного перерыва мы снова возвращаемся на Адреналин Cyber League, и это квалификации, да, играет у нас Команчи против Гамбита Спортс, победители первых двух матчей, которые были сегодня. Встреча проходит в формате BO3, у микрофонов Лекс и Форс. Вот. Как вы видите, алло. Начинается вторая стадия драфта. Ну как, она заканчивается, потому что баны уже были сделаны. Ну, очевидно, что Команчи, в общем, прошли дальше. Мы с тобой об этом еще говорили буквально 2 часа назад. Гамбиты прошли очень просто. По моему мнению, соперник у них был слишком слабый. И пока вот прям силу этой команды я до сих пор не понял. Ну и мы видим, что снова появляется тролль. Тролля мы уже, в общем-то, видели. Вот, ребят, тролль был на позиции Соломид. Ну, посмотрим, что будет происходить на этой карте. Появляется Бейн. Тоже мы сегодня видели этого героя. В целом, саппорт очень сильный. Помним, что ему повысили атрибуты. Да и сам по себе Бейн всегда был очень неприятный на линии. Он всегда может размениваться с оффлейнером. При этом, имея брейнсап, ты всегда оказываешься в плюсе. И, в принципе, против Клокверка того же, либо Батрайдера, Бейн справляться может уверенно. Надо команчикоров начинать потихоньку забирать. Так понимаю, Шейкер у нас на... позиции ром либо 3, ну пока не ясно, антимага берут. Ого, смелое решение против тролля. Достаточно смелое. Ну ладно, посмотрим, что будет. Что будет дальше. В принципе, у Гамбит очень хороший пик против героев, которые есть у Команчи. Клокерок очень сильно мешает Шейкеру. Тролль Варлорд, в принципе, хорош практически всегда, и конкретно в данной игре он будет неплохо справляться с антимагом. То есть даже при равных артефактах тролль достаточно легко и антимаг убивает. Ну, то есть, если у антимага бабочка, а у тролля, допустим, тоже бабочка, да, то, в принципе, ребята дерутся на равных. Антимаг чуть сильнее сплит-пушит, тролль чуть опаснее становится в мидгейме, да, то есть пока антимаг еще собирает свои манту, абиссал блейд, там, бабочку и прочие другие артефакты, тролль варлорд уже вовсю готов воевать с, там, с инжиньяшей БКБшкой или там какими-то еще дополнительными итемами, допустим. Вот есть много инициаторов у Гамбит, Батрайдер, Клокерк, есть хороший саппорт оперейшн, и они еще не выбрали одного кора. То есть у них есть возможность забрать еще одного персонажа, который может очень сильно помешать антимагу. Более того, у гамбитов будет last pick, что тоже облегчает им драфт. Вот, то есть они уже видят, что им против антимага можно что-то взять, плюс они еще увидят там мизера у Команчи, или, я не знаю, или хардера у Команчи они увидят. Вот видишь, банят легионку, потому что легионка хорошо бы заходила против Бэтрайдера, конкретно в этой игре. Но теперь нужно подумать немножечко Команчам, что им забанить. Тут тролль может как в мид идти, так и на кэри, пока не ясно. Но мы видели, как Куман играет на тролле в центре. Но, в принципе, против тролля можно найти хорошего героя на мид, который бы легко с ним справлялся. Банится Бладсикер. Ну, в общем-то, наверное, правильное решение, потому что антимаг Бладсикера очень сильно боится. Можно там, конечно... придумывать там линзу какую-то, да, купить манту, прожимать, но это все не так практично, как хотелось бы игрокам на антимагах. Я, кстати, играл один раз игру, где антимаг линзу купил. За меня, кстати. Ну, мы выиграли. Серьезно, то есть он блинкался, и причем, кстати, был даже момент, где это реально зарешало. Но я так понимаю, это одна игра на миллион, где такое можно себе позволить. Ну, в этой игре Бладсикера уже не будет, поэтому... Это мы уже не знаем. Это мы уже не знаем. Маловероятно, да. 1.5 минуты. Последний пик. Опять же, для меня еще не до конца понятно, куда же может пойти Веномансер и Шейкер. Ну, на хардлейн... Шейкер может и в мид пойти неожиданно, правильно? Против того же тролля. Ну, да, но только если это станет понятно, гамбиты сейчас возьмут, там, не знаю, Queen of Pain. Или там что-нибудь подобное, и все, пиши пропало. А, тут надо, конечно, хорошенько подумать сейчас командчикам, какого персонажа пикнуть, куда его поставить, сложную или несложную, Шейкер, как он будет стоять на лайне против. А тут, кстати, Хаус Найт может вообще появиться. Вот просто взять и появиться Хаус Найт на сейфлейне с аппаратом. Очень сильная комба будет. Так, а что у нас из хардеров осталось? Давай, наверное, по хардерам думать. У Команчи. У нас нет времени уже думать. Это Бестмастер. Ну, ладно. Ну, вот контроль.
появляется еще один. Контроля, в принципе, хватает. Финес Грип, Рор. Контроль, который пробивает, плюс ко всему Блокинбар. То есть тролли будут непросто даже с покупкой этого артефакта. Кабаны замедляют. Вижен хороший у Бестмастера. Да, в принципе, герой не самый плохой конкретно в этой игре. Что может быть повторить какого-нибудь? Ну, хотя Абадона куда-то ставить, этого Абадона уже ну, некуда. Получается, что Виномансер идет в центр. Вайпера ребята сами забанили себе зачем-то. То есть Виномансер в пике Каманчи, можно было бы тролля на сейфлейн Вайпера в мид, и было бы прям сказка. Вайпер вынес бы этого Виномансера вперед ногами, но почему-то решили сами забанить его гамбиты. Почему? Непонятно. Теперь надо думать тогда, что взять против Виномансера на центр. Что-то такое, что могло бы с ним хорошо простоять, или, возможно, даже выиграть его. Ну, можно, конечно, и тролли туда отправить и надеяться на то, что Клокверк будет помогать на роуме. Да, кстати говоря, Клокверк в пике. Может быть, Shadow Fiend, раз Клокверк. Ну, мне кажется, эта комбинация уже достаточно старая. И она не дает такого весомого преимущества сейчас, как Клокверк Shadow Fiend. Нет, ну это сильно все-таки на нулевой минуте. Поэтому мне твоя идея нравится, но и... Это все же Dragon Knight. Снова Dragon Knight. Casual Dragon Knight. Говорится. Мы это увидели. Ну, что поделать, герой гамбитов. Хороший, да. Ну, в принципе, Dragon Knight плюс тролль мне нравится, как это будет работать. Dragon Knight просто не самостоятельный герой, его нельзя взять просто так, да, вот если ты берешь Виномансера просто так, потому что это хороший метовый, да, персонаж, то Dragon Knight ты не можешь взять просто потому, что я хочу Dragon Knight, да. Тебе обязательно должна быть какая-то, должен быть какой-то фундамент для него, то есть либо ты используешь какую-то пуш-стратегию, либо ты имеешь персонажа, который Dragon Knight бафают, либо роумеры, которые облизывают его в центре. То есть в данном случае это тролль. В других вариантах это может быть огр-маг какой-то. Или что-то еще там с сильным бафом, с каким-то хорошим. Может быть, я не знаю, дум с волком, с кушаным, да, ну и так далее. Можно много чего придумать. Ну, в общем-то, да, здесь Dragon Knight, наверное, будет полезен. Можно в мидгейме серьезно давить то, что есть у Каманчи, но Каманчам есть чем защищаться на хайграунде, есть хороший сплитпуш, в принципе, тяжело мне сказать, какой драфт лучше. Посмотрим, как сыграют команды. Да, все зависит от исполнения. Поглядим за Каманчами, потому что у нас не было возможности посмотреть за всеми играми этой команды, но вот сейчас и узнаем, как будет происходить данная карта. Хотел на автокамере оставить, а она не показывает вардинг. Да, автокамера еще настолько умна, поэтому мы еще не уволены. Форс, ты еще можешь приезжать на турниры и обсервить. А когда-то автокамера будет показывать вардинг, всякие смоки моментально. Все, обсерверы будут не нужны, да. И все, и там уже на Reddit не надо будет подниматься. Похоже, такой кипиш. Флай приехал, похоже. Андрей Олвис Ван Флай Бондаренко навардился. Да. Топоры, конечно, кинул дхак, и Флай пока живет, но кабан замедляет, поэтому да, ФБ для кого оставят? Для Бестмастера оставляют. Ну, или как-то так. Неприятно. И к тому же должны знать, куда провардили. Вот этот вард, он на самом деле очень опасный. То есть ты когда выходишь в смоук из телепорта, тебя все равно могут раскрыть, да, и тут очень крутая фиссура от Шейкера позволила, вот, собственно, сделать ФБ. Очень, очень круто сыграно. Команчи, браво. Как дела у Антимага? Антимаг на боте оптимистично купил себе одну пачку танка только. То есть он сразу себе взял промедшилд, как обычно делают. Берут танго и фласку или две пачки танго, два тапка агильных, и тут покупают щиточек с баунти руна, тебе как раз хватает на промедшилд. Но Антимаг решил, что ему будет по кайфу в боте. Ну, там Клокерк, похоже, да? Слушай, а Бэтрайдер у нас четвертая позиция. О, как интересно. Ну, такое мы видели не раз, но все-таки при наличии не всегда это работает, на самом деле. То есть, посмотрим. Аппарату будет очень трудно, потому что, по сути, он единственный саппорт. Бэтрайдер, очевидно, будут выходить там артефакты такие серьезные, транкфильчики, блинкдаггеры, и дальше фармить. Будем смотреть за Виномансером, пока он один против двоих, пока ничего не прокачивает, уже 300 напалма получил, ну и добивать крипов не так уж и просто. Сюда же приходит еще и Шейкер, дает фиссуру, толку от нее-то особо немного. Драгонайт перекрыли, но это ничего не меняет абсолютно. Так, что у нас по другим линиям? Антимаг на легкой против Клокверка, да, пока бы особо не мешает. Линия у Антимага здесь относительно простая.
Клокерку может выжигать ману, у Чеширского кота не будет возможности спамить скиллами, а если у Клокерка нет возможности спамить скиллами, значит Лайн он выиграть не может. Ну, то есть он может стоять, смотреть на то, как АМ добивает крипов, он может даже каких-то крипов добивать сам, но в конце концов антимаг все равно нафармит очень много, и с этим Чеширский кот вряд ли что-то сможет сделать. Нужна будет какая-то сторонняя помощь, разве что. Бутрайдер пока не выходит с центра, я так понимаю, он тут поливает напалмом и параллельно стакает, но стаков я пока не вижу. Хорошо бы их начинать помаленьку делать. Потому что это фарм Бутрайдера, если стаков нет, то он нигде не накопит на свой дагер, он нигде не апнет свой левел. Он может, конечно, стоять с куманом в центре и лечить на него всю экспо, но я думаю, куман не сильно рад будет такой новости. Как раз Бейн идет, чтобы посмотреть, есть ли там какие-то стаки, да? Или он курьера идет резать? Слушай. Ну, видимо, баунти руну контролит, да, для начала. Контролит. Может быть, выйдет на курьера, и в принципе по таймингу он успевает. Но это только если угадать, понятное дело, что. Ну, должна быть инфа сейчас, да, что Драгонайт себе особо ничего курьером еще не таскал, и что ему в ближайшее время может что-то прилететь. Вот, например, тапок, да, посмотри. Бейн видит сейчас, что. Ну, уже поздно, к сожалению. Ну, иллюзию отправляет, конечно, но это уже бесполезно. Иллюзии, а так бы быстрые. Убивал. Так иллюзии убивал быстрые, бы, да. Легко. Ну, можно было догадаться, как-то хитренько сыграть. Помощи от Бэйна антимагу не нужно, он прекрасный один пока стоит. Скоро купит себе колечко, и у него вообще будет все великолепно. А вот Драгонайту потихонечку начинают выходить гости. Подходит Бэйн, подходит Шейкер, стараются как-то помешать. Куман сейчас ласкитит прям под вышкой. Почему-то вышка решила добивать дальнего оранжевика. Неприятно. Вроде все добивает. Да, все добивает. Еще пачечка подходит. Шашел у нас получил First Blood. Мы видим, что в топе у него возникают некоторые трудности. Он хоть и добил 12 крипов, но умрет сейчас. Да, при этом он там еще умудрялся наглеть, атаковать Алусмана Флая, но в итоге Флай сам делает убийство. Есть у него телепорт. На случай какой-то подсейва, либо атаки, может прийти и мид, и вниз. Выходит Шейкер, проблема могут быть у Чирского кота, перекрывают его фиссуры, должны были прикрыть, не но... выбрал угол сразу правильный, да. Кнарт и не получилось. Дальше уже было слишком поздно, был, ну, вышка был близко к каврам. Да. Не хотелось получать дэмэдж. Вообще антимагу, в принципе, наверное, хотелось бы просто пофармить пока. Никого не трогать, чтобы крипчиков не пропускать. Не, ну если, конечно, подбликнуться, дать ласт хит и убить, это антимаг... всегда готов. Вот, а крипчиков пропускать ему не хотелось бы. Забирает Шейкер хосту. Выходит в мид. Драгонайта намазали, фиссурка. Перекрывает проход, и Куман может умереть. Заряжает тотем Шейкер. Начинает атаковать. Здесь чеширский кот с вторыми батарейками. Пошел баф от аппарата, и Мейден вынужден отступить. Или Маден, наверное, правильно. Мейден — это леди. По-английски. Как Кристал Мейден и так далее. А это Маден. Ну, наверное, я предполагаю, что так правильно. Не-не, он, я помню, говорил именно Мейден его называть. А, ну, хорошо. Я помню еще пару лет назад точно, когда еще он в просерии там где-то играл. На центре такая легкая атака на Кумана. Тут гель в 2, но фиссуру Шейкер снова не кидал. Ну, Драгона это тяжеловато, конечно, пробивать вот таким периодическим уроном. Его можно подзамедлить, его можно остановить, не дать ему отступить, но именно вот убить виномансером Драгона это бывает непросто, потому что ХП реген очень хороший. То есть ты вроде бы пытаешься его расхарасить тычками, а у ДК второй армор вкачан, да, у него пурманшил, то есть ты, тычка ему мало урона наносит, и к тому же он себе здоровье легко восстанавливает. Вот. А... впоследствии, ну, то есть ты не можешь его просто так сильно нахарасить, чтобы прям намазать гейлом и убить. Надо помощь очень серьезная. Нужно, чтобы сюда люди подходили. Чеширский кот 5 уровня. 22 крипа у него добито. Бэйн усыпил чеширского кота. Подходит Шейкер, кладет фиссурку. Мана кончается. Мановойда, правда, нет у антимага. И в итоге Клокерк просто-напросто отступает. Вот-вот купит себе Soul Ring. Подходит на Шрайн. Сейчас активирует его. Восстановит здоровье и ману. Да, на карте пока особо ничего интересного не происходит. Все просто фармят. Бутрайдер
Стаков, я так посмотрю, так и не сделал. Или он уже что-то сфармил. Не обратил я на него внимания. Бигнум 4 уровень уже получил. Да, наверное, что-то все-таки сфармил. Не мог он получить 4 уровень просто за то, что стоял где-то в центре и воровал всю экспу. Это невозможно. Шачу, 5 уровень. Да. Пока не самая активная дота, знаешь, вот по сравнению с предыдущей картой, картами. Два убийства всего лишь за вот эти вот 7 неполных минут. Просто для фарм. Но, в принципе, учитывая, что у Radiant есть антимаг, это выгодно. Антимаг фармит. Ну, как сказать. В общем-то, да. Если мы говорим о игре где-то там на 70-й минуте, то думаю, что антимаг его будет тяжеловато ловить. То есть он купит себе какой-нибудь Аганим или Линкин Сферу, и все. И контроля на антимага у гамбитов просто нет. Но пока фармят не только антимаг, фармят еще и Драгонайт. То есть у Драгонайта появится, ну, допустим, Армлет. Или, как на предыдущей карте, он может купить себе какой-нибудь Худ плюс там еще какой-нибудь артефакт, да? Какие-то первые вещи у тролля. Так, в миде у нас убивают Драгонайта. Драгонайт активирует форму. Пошла Poison Nova. Сюда подходит Бейн. Использует хукшот Клокверк. Но спасти своего мидера он не в состоянии. Ну, Верманс, против Фарифайер и Стики. Непонятно, в Бигнум идет ли на смерть свою или нет. Воюет до конца. В итоге делает убийство, но и погибает сам при этом. Размен 2 в 2. Но все же Драгонайт погиб самый первый. Не получил опыт. Плюс ко всему он использовал Драгонформ. Это, по мне, вот самая главная проблема. Драгонформы не будут полторы минуты. Вот это вот интересный момент, когда нажимает вроде уже мизер от неминуемой смерти, там, свой ультимейт, когда у тебя там 200 хп остается. Непонятно, неужели я рассчитывал, что все-таки успеет уйти каким-то образом? Mm-hmm. Если бы Драгонайт нажимал формы и улетал бы с лоу-граунда на хай-граунд, наверное, было бы прикольно, но так не работает. Было бы слишком нечестно. На тролле ну, как... Да, да, на тролле ган... выход. Если рор есть... Есть еще и брайнсап, остается еще и найт, про если что, вдруг тут тотем, удар с тотема, тролли очень долго пинают. Ну, такие должны убить, да. Еще один слип, удар с тотема, топоры, да хак до конца, один против троих. Очень долго жил, очень долго, но поддержки не нашел. Только вортекс, а там что паришь найти. Да, Operation в таких вообще моментах вообще, ну, не боец совершенно, особенно без маны. Он никак не может своему тиммейту помочь. Хороший жирный фраг, сейчас заработали игроки команды Команчо. Так держать, так держать. Yes. Опять на Виномансера. Выход со стороны Клокерка. Бэтрайдера в итоге отправили в бот. Клокерк апнул свой уровень с хукшотом. Он с четвертыми батарейками может делать грязь на карте, мешать Шейкеру тому же самому. Видит сейчас Шейкера. Чеширский кот, а Шейкера не придает, похоже, этому значения. Да, потому что нападают на Драгонайта здесь. Видит то, что Клок заходит со спины. Отходит на безопасное расстояние. Ой-ой-ой, миснул Найтмаром своим сейчас Бейн. И может быть за это наказан Виномансер. Виномансеру очень больно, и его Чеширский кот убивает. Просто один против троих выходит, посмотри, что творится. Шашло приходит, кидает топоры, но Куману начихать с высокой колокольни на эти топоры. Да, у него Сура мимо, Драгонайт не попадает, он успевает нажать всякие просто уйти. А, вот такое вот убийство. Просто минус Виномансер. Клокер прям на морозе со спины вышел, включил батарейки. Ну, там, наверное, проблема в том, что Бейн промазал Найтмаром. То есть, если бы он скастовал в Клокерка Найтмар. Опачки, у нас и Клокерк погибает. Ой, в смысле, убивает Шейкера. А как это произошло? Где Клокерк? Он что, ракетой его что-то пришиб? Да, но похоже, просто убил ракетой. Ну да, скорее всего. Скорее всего, ракетой. Жесть. Да, 61 единица. А, ничем больше он убить не мог, скорее всего. Ну да, хукшот. И он стоял вот здесь. То есть, если бы там какими-то батарейками, он бы был бы поближе, наверное, как-то. Куман подрубает форму. Атакует тир-1 вышку, и эту тир-1 вышку сохранить будет невероятно тяжело. Сюда подходит Мейден, получает хук, использует Poison Nova, использует Гейл. Хорошая фиссура, сбивает телепорт, может быть даже пожи... Ой, Мейден прям под крипами, посмотри. Долго достаточно жил, Кумана убьют, и скорее всего и Чеширского кота тоже убьют. Но пролетает ульт аппарата, который в общем-то ничего не сделает. Сюда приходит Бигнум, но приходит слишком поздно. Ну, нормальный размен получился. Вышку, правда, потеряли мидера своего, но сделали 3 фрага Команчо. Антимаг все-таки получает пространство, да, антимаг фармит. С другой стороны, тролль фармит не хуже, а даже лучше в какой-то степени мом. Дальше фейсбут, сюда хак и все в этом плане круто. Как тут антимага отпускают, надо с ним как-то бороться. Все-таки персеверанс уже есть, ПТ есть. Беф совсем скоро появится. Наши ранее ребята постояли, разбивают варды. Тут еще и катапульта от доминатора шейчло.
тоже интересный артефакт, следовало бы его отметить. Не всегда можно увидеть доминатор на Бестмастере. Обычно это либо медалька, либо книга с некрономиконом. Ну, то есть с некрами, так называемыми. Иногда это там какой-то Владмир с быстрой, но здесь Шашлой решил играть через доминатор. Играть активно, переманивать катапульты, атаковать соперника, таким образом создавая, конечно же, пространство для антимага. И знаешь, ему это удается. Стягивает он в бот нескольких игроков команды Гамбит, динается вышка Бэтрайдера. Антимаг пока что просто фармит лесочек. Ну, нельзя сказать, что вот антимаг сейчас купит быстрый БФ, и игра на этом заканчивается. Нет, это совершенно не так. Тяжело прочувствовать тот момент, когда с антимагом уже ничего сделать не получится, но если он наступит, я скажу. Ну вот, скорее всего. Тогда, когда его уже очень сложно поймать, тогда, когда у него уже очень много урона, когда у него есть несколько опций либо вступать в драку, либо сплитпушить, нападают на Мейдена, обходят Коги Дахак, подрубают ульту, очень сильно замедлен здесь чеширский кот, и не может он никак достать до своего соперника, к тому же у него не было маны на батарейке, ульта топорейшна не прилетел своевременно, и урона никакого не нанес. В боте регенерацию забирает Олоси на флай, и купил себе арканы, между прочим. Достаточно неплохо нафармил флай, следует отметить. 6,5 уровень, арканы, 350 золота. Всем бы такие артефакты на 12-й минуте. С саппортом 5-й позиции, я имею в виду. Так, что у нас по нетворсам вообще? Ага, антимаг хорошо. Первая строчка. Да, антимаг первая строчка, это и понятно. Опять же, это еще он без бефа, летит к нему клеймор. Еще за 1200 купить меч. Доберет в боковом магазине, очевидно, да, клеймор. Да, это понятно, это понятно. Вообще антимаг очень сильно боится, я так понимаю, ничего... Да, на карте ничего не видит команча, но антимагу сейчас совершенно ничего не угрожает. Игроки команды Гамбит находятся в другой части карты. Команча сейчас это выяснят, они активируют Смоук Найтмар. Не был скастован, был скастован в итоге Финсгрип в бедняжку Operation'а. Его можно было бы и без этого ультимейта как-то забрать, но не постеснялись использовать свои самые опасные способности команчи. Убить Operation'а. В топ телепортируется Чеширский кот. Это видит благодаря Хавку. Чеширский кот отстреливается ракетой, но Хавка не убивает. Ну, знаешь, как-то драться, мне кажется, здесь уже команчам... Точнее, команчам выгодно, а вот гамбитам может быть не очень, потому что Веномансер начинает заставляться... А, варды только первого уровня, да, тогда ничего страшного. Там же это же гель, конечно, это же Веномансер оппозиционный, он гель максил. Постоянно спамил в Драгонайт. Тем не менее, все равно неприятно. Сюда выходит катапульт, выходит сам Шачло. Дает вижен ястребам. Гель мимо. Какой-то очень странный гель был. Бестмастер таки очень глубоко пошел. Хукшот Коги. Закрывают бедного Бестмастера. Драгонайт дает стан. Брисфайр по Бэйну. Полетел еще сверху Айсбласт. Бэйн погибает. Бестмастер погибает. Такой вот очень странный выход. Я бы сказал, даже безидейный. То есть гель мимо. Бестмастер просто шел вперед. Уже будто, наверное, смерть. Как будто уже не шагу назад. Вот, хотя бы Space Antimagу дают, в этом плане, да. Команде Команчи браво. Да, каждый раз, когда ты погибаешь там, где мог бы не умирать, ты можешь сказать, что у тебя антимаг при этом фармит. Ну, в общем-то, так и есть. В топе оказалось там 5 персонажей, и антимаг практически похоронил вышку на центре. У нее осталось там 280 единиц здоровья. В следующий раз, когда антимаг туда вернется, он с ней разделается до конца. Покупает БФ себе. Антимаг на 12 уровне, все у него хорошо, фармит быстро, Бэйн идет вардить на транквилах, он быстро перемещается, ставит вард, видит Бэтрайдера, есть финсгрип. И это должен быть фраг. Да, конечно, конечно, летит айсбласт, но от него, как вы понимаете, никакого толка нет. Можно антимагу. Было бы мановоидом добить антимагу, потому что ему, опять-таки, важно ласт-хиты делать, и он еще был под аркин-руни, то есть он бы ничего бы не потерял. По сниженной стоимости, по скидосу бы закинул мановоид. Да, и кулдаун бы не такой высокий был, и правда, можно было бы не пожалеть, но антимаг этого не сделал. Тем не менее, фарм ускоряется, я думаю, что будут разгоняться. Пока разница между Драгонайтом и антимагом минимальная, но с троллем, в общем, ситуация аналогичная, но понемногу, по чуть-чуть. Ждут первых вещей, гамбиты. Они ждут первых вещей. Пока, конечно, достается им, из-за того, что они не могут, ну, напасть как-то у них не получается. Вот они один раз напали, но
потом чуть не потеряли вышку в центре. То есть они не могут как-то доминацию конкретно вот на карте захватить, чтобы проварди там разрушить в топе, в боте Тавера, антимага как-то поймать. Они ждут первые артефакты. Они ждут блинка на Батрайдере, они ждут Синджиндияши на Тролль Варлорде, они ждут Армлета на Драгонайте. Как только эти итемы появятся, сразу же должны активизироваться гамбиты и что-то придумать. Либо смоук, либо атака на вышке, либо, ну, я не знаю, Рошану, что угодно, но надо заставить соперника шевелиться, чтобы он что-то делал, да, как-то выходил из неудобных ситуаций, шел на компромиссы. А команчи пока ни на какие компромиссы не идут, они эти компромиссы сами создают для игроков команды Гамбиты. Порой весьма удачные, скажем так. Бигнум вылетает на Виномансера, кидает бочку, бочка неплохая, рор от Шачло для того, чтобы немножечко выиграть времени для Мейдена, но... Время-то он выиграл, но жизнь Мейдену сохранить не смог. В боте тем временем разбирается Шокер. Довольно-таки странно от антимага. Урон он практически нес, антимаг воюет до конца в итоге. Драгонайт погибает, антимаг просто отпрыгивает подальше. Хотя по факту флай уже можно убивать, но надо быть аккуратнее. Рядом и Клокер, он дает хукшот. Хукшот не самый лучший. Отлично, Найт просто время на Бейн его использует и успевает отсюда уйти. Но хукшот был не совсем такой, которым хотел бы воспользоваться Клок. Попал своего тиммейта, но в итоге хотя бы флай спасли. Антимаг, что самое главное, сделал убийство и при этом выжил, уходит фармить леса дальше. Там шрайн еще есть, можно восстановить себе здоровье. В итоге атака команды Гамбит была, ну, безуспешной, скажем так. Они убили Шейкера, но Шейкер все равно свой блин купил, правильно? Так что приходили за антимагом, антимага не убили. Да, у Шейкера все очень круто. Блинк, арканы, виндлейс, стики за 18 минут. Отличный фарм, уровень 9. Ждут следующего эхослэма, вполне вероятно, команчи, и будут что-то делать. Пока без эхослэма не хочется куда-либо идти. Виномансер выглядит достаточно бедно. 4700 нетворс. Персонаж сильный, персонаж, который выигрывает линию практически у всех героев. В итоге оказывается на обочине таблички нетворса в этой игре. Согласись, непривычно такое видеть. Часто к нему приходили, да, но все-таки казалось, что виномансер должен был иметь немножко больше. Вот он пытается доделать сейчас форстав для того, чтобы спасать себя и своих тиммейтов от когов. Клокверка забрали Яшу на тролля и идут атаковать Рошана. Даже без Синджидьяша, вот просто с Яшей. Дахак в итоге решил, что Синджидьяш грейдить не будет, купить себе БКБ. Атакует Шейкера. Удачная цель от Гигнома. Но Шейкера надо убить, чтобы он не скастовал ни Фиссуру, ничего другого. Он кастует все, что надо. Убивает таки Батрайдера, да. Не смогли убить Шейкер. Еще ждет тиммейтов. Можно подойти быстренько к Шрайну. На центре мы видим, была атака, убивает Бэйна. Антимаг просто отходит назад. Ну и Рошан пока стоит, 3700 хп у него есть. Смотри, не был потрачен рор. Заканчивается форма у Драгонайта. Тролль Варлорд без ультимейта. Можно сказать, что Рошана отдефли команчи. Более того, смогут ли они убить, вопрос? Нет, вот убить они я не уверен. Нет, убить они его, конечно же, не смогут. А у них не стоит задача этого Рошана убить. Им надо дать антимагу еще немного времени. Все, что требуется от команчи сейчас, это не нафидить вот в этой ситуации вокруг Рошана, стараться его по возможности контролировать хавком Бестмастера и вардами Виномансера, конечно же. Ну и антимаг, естественно, когда драка на Рошане будет, должен быть где-то вот тут. Я понимаю, что я не могу рисовать, потому что мы не в лобби. Вот, ну, где-то там у Т2 вышки, да, вот где-то здесь. Заставляя соперника нервничать, заставляя его выбирать между Рошаном и потенциально там какой-то проигранной или просто какого-то размена и потери Т2 вышки, ну, либо просто отступить и опять выиграть немножечко времени. Флая поймали здесь, убивают оперейшн, такие команды команчи, все у них отлично. Видите, шерстский кот, как... Антимаг потратил блинк, но ничего с этим сделать он не может, потому что антимаг... антимаг на 15 уровне взял скорость атаки, а не КД блинка, что не часто происходит на самом деле. Но здесь антимагу важно фармить очень быстро, потому что ему надо не одного кора перегнать, да? Ему надо двух коров перегнать, причем довольно сильно. Смотри, тут нашли клиента, это Бэйн. Нашел его Клок, даже без хукшота, за счет руны ускорения. Есть, конечно, Фиссура крутая, но тут Айсбласт.
не по шансам. На топе есть телепорт от Драгонайта, возможно, будет попытка задефить башню, да еще и подраться. Прилетает ракета Клока. Ребятам стоит отойти. Драгонайт пытается убить катапульт. Параллельно у нас попытка убить Веномансера. Веномансер все-таки кидает свой ультимейт, дает гель, попадает по Батрайдеру. Батрайдер получил слишком много урона. Хукшот есть на Веномансера. Мановой взрывается Батрайдер. Антимаг делает блинкаут. Мейден пытается просто уйти. Рор на Клока. Антимаг уже снова в драке. Хослоймись от шейкера. Фиссура по троим залетает. И сейчас под гелем. Как же много урона получают ребята. Антимаг еле живой, пытаясь с бластом. Не факт, что выживет, хотя нет, должен жить. Спелшилд очень сильно прокачан. Спелшилд 4 прокачан, да, поэтому урона практически антимаг не получает. И сейчас все манту стайл просто покупают в секрет-шопе. Но антимаг снова в огромном плюсе после этой драки. Получает 608 золота. Ну, антимаг молодец, хорошо нафармил, команда отлично сыграла, дала ему это пространство. Теперь важно понять то, что антимаг силен будет не всегда в этой игре. Антимаг силен первое время, когда он обгоняет своего оппонента. Сейчас он имеет на 2500 нетворс больше, ему можно еще добить 1-2 слота. Ну, на самом деле, можно, наверное, даже и 3, но тут будет зависеть от ситуации. Вот, и нужно будет обязательно идти сражаться. Ни в коем случае нельзя медлить, ни в коем случае нельзя фармить вот до потери пульса, пока тебе не надоест. Это я знаю, что игрокам на антимаге никогда не надоедает фармить. Вот, надо набрать вещи, почувствовать, когда ты будешь сильнее, и реализовывать эти вещи. Реализовывать то пространство, которое тебе было дано. Гамбит, смоуки выходят атаковать своего оппонента, видит хавка. И тут Сентрик девардится вардом. Поймали быстренько Веномансера, убили. Теперь надо либо Рошана забрать, либо убить кого-то еще. Фиссуркой будет мешать, скорее всего, здесь шейкер. Но главное ему самому как-то не подставиться, потому что у Чешерского кота его заметили уже. Да. Форстафа-то у него нет, Юла нет, и все. Это конец шейкера, он ничего не может дать. Он даже не может фиссуру дать, учитывая долгую анимацию. Хэхслэма у него нет. Единственное плюс, что Бисмастер на топе, и пушит он очень быстро. И сюда нужно уже телепортироваться всем, либо смещаться. Клок откидывается ракеткой, да, и Бестмастер отходит назад. А Игис для тролля. По итогу, тролль почти имеет Блэкен Бар. Антимаг планирует купить Линкенсферу. И у него уже почти уровень 20. С дабл-дэмэджем сплит-пушит сейчас Сайм. Такого соперника один на один, наверное, никто сейчас из гамбитов повстречать не хочет, потому что антимага в одиночку никто забрать не в состоянии. Даже тролль Варлорд под своим ультимейтом вряд ли он сможет настолько жестко башить, чтобы 1400 хитпоинтов вынести. Так, у нас пошел финсгрип на Клокерка. Клокерк умирает. Можно еще побить немножечко эту бавышку, заставить соперника телепортироваться, но антимаг не хочет этим заниматься. Побаивается, что на него может влететь Бетрайдер, и где-то неподалеку может оказаться ДК или Тролль Варлорд, и будет весьма не кстати, если антимаг сейчас погибнет. Берет статы на 20 уровне, естественно, антимаг, у которого все в порядке, так и должен поступать, потому что, ну, в перспективе он все равно себе бабочку купит, правильно? Так что брать мисы, которые... Что самое главное, в перспективе противник может купить Манки Кинбар. И ну тут да, талант и... уходит на нет для некоторых коров. Мне кажется, противника. Что этот талант, это, знаешь, такой крик о помощи, когда антимаг качает мисы на 20 уровне. Это значит, что его давят. И... Ну, то есть 10 статов ему, ну, конкретно вот в данный момент дают не так много, как 15% мисов. Но когда у тебя уже трон падает, и ты, ну... Надо как-то выходить из ситуации. От того, что ты вкачаешь 10 статов, ничего не изменится. А вот от того, что ты вкачаешь 15% мясов, может быть, какая-то тычка промахнется, а ты нанесешь решающий удар, и как-то так это все может перевернуться. Ну, знаешь, как это бывает в доте. В весьма непредсказуемой игре. Вот. Но в целом, да. Конечно же, на 20 уровне 99,9% антимагов берут именно статы. Почти готова Линкенсфера у АЭМа. А тут у нас смоук-атака от Бетрайдера, Клокерка и Тролль Варлорда. Банан уже попал. Прошу прощения за мой французский. На сленге так называю его просто. Бэйн, конечно же, попался. Банан, надо же придумать. Ну, опять, не за тем героем пошли гамбиты, правильно? Они хотели кого-то пожирнее поймать, кого-то более дорогого, кого-то более важного, например, антимаг. Антимаг бы убить хотя бы раз за игру, да, потому что пока он без смертей. На топе Драгонайт, Шэдоублэйди, но Бестмастер не совсем та цель, и без Айсбласта шансов не было. Айсбласт был неточный, и в итоге Бестмастер просто ушел назад. Еще катапульту очень быстро. На центре, always on a fly, ой-ой-ой-ой-ой.
Да, там Манта Стайл, три удара, мановойт, до свидания. Что Париж, ему сейчас очень трудно. Форстаф он даже нажать не успел. Ну, то есть какой-то Глиммер Кейп тоже не факт, что успеет сработать. Все-таки там есть небольшая задержка. Там есть фейт-тайм, и Глиммер Кейп не всегда спасает в таких ситуациях. Тролль Варлорд сплитпушил на боте. Ну, вот надо вот сейчас гамбитом идти. Надо вот потихоньку собираться как-то с мыслями. Я так понимаю, смоки у них закончились. Вот, блин, как же это мешает? Вот... Мы не можем сказать, есть ли смоуки в магазине Гамбит. Вот, ну не можем. Возможно, Valve даже не знает об этом, то есть просто непонятно, как им об этом рассказать. Такой вот мелочи, казалось бы, но это мелочи, это, книги, это, варды, это, смоуки. Это очень важно. Не, то есть даже посмотреть, кто вард конкретно поставил, иногда интересно. Раньше это можно было сделать, сейчас этого нет. Да, все правильно ты говоришь. Но видишь ли, в чем дело? Это довольно важная информация. Довольно важная информация, мы много чего другого можем узнать, и на самом деле можно считать смоки. Но как-то это, знаешь, неудобно. Много зачем. Это надо следить. Специального человека нанимать, который будет считать смоки, знаешь. Специальный обсервер по смокам, по вардам, да, по книгам. Да. Я уже чувствую, как поеду на 8-й интернешнл, если. С новой должностью, скажем так, да? Да, да, ну... Это ж круто, каждый раз иметь новую должность. С блокнотиком сидишь, с ручкой записываешь все тайминги. Ведешь текстовую трансляцию. Да, как раз. Это текстовую трансляцию мало кто видел. Кстати, да. Текстовой трансляции нет. Удивительно до сих пор. Ну, она, наверное, и не нужна для СНГ, по крайней мере, потому что... Ну, я вижу... На самом деле, я вижу, многие пишут, потому что многие там в школе, в университете, на работе. Да, в том-то и дело. Не могут просмотреть игры. Что многие на работе, но не во время интернешнала. Интернешнал за ночью, в СНГ. Если ты не ночной работяга, да. Если ты не в ЧОПе работаешь, там, в Пятерочке... Тогда, наверное, текстовую трансляцию можно было бы тебе читать. Вот, ну, а в остальных случаях люди обычно либо дома смотрят, либо на попстомпах. Они смотрят видеотрансляцию, что, конечно же, намного круче. Потому что International для вас освещает целая... Тролль, кстати, БКБ нажал. Ну, мискликнул, да. Первый блокинбар. Я слышу звук, мне думаю, показалось, я прокликал всех, нет? Нет, не показалось. Не показалось. Так, у нас игра, знаешь, потухла, как огонь. Просто. Надо ее раздуть бы хорошенько. Но вот пока как-то не хотят. Ждем бабочки у антимага. И команчи должны идти в атаку. Бабочка на антимаге. И, в принципе, можно уже что-то придумывать. Можно уже что-то делать. В чате спрашивают, на ком играет Хакон? На ком играет Хакон? Хакон уже не играет в этой команде месяца три, наверное, но... Ну, да. Все видят Команчи и все думают, что вроде Хакон играет. Вечный игрок команды Команчи? Но Хакона здесь нет. Хакон бустит, возможно, сейчас. Не. По-моему, Хакон официальный стример команды Команчи, если я все верно помню. Что-то в этом... Вроде. Жалко, на самом деле. Хакон, я помню, я еще когда только стримы смотрел, он всегда, всегда стримил, всегда бустил и прям по кайфу, если честно. А потом какой-нибудь его клиент в твоей команде. Ну это уже, я этого не узнаю. Так, на центре атака антимага, слушай, ой-ой-ой-ой-ой, ну тут форстаф есть, антимаг делал блинкаут, блокинбары использованы, а парни просто пытаются уйти, форстаф из работы, хукшот есть, врывает заклох, финсгрип на тролле хороший, антимаг уже в принципе может ворваться, еще раз сверху, слэм от шейкера по троим, хорошо ворвался шейкер, продолжения правда нет, дахака пытается убить, антимаг получает слишком много урона, антимаг падает, тролль также падает, еще одна фиссура залетает, погибает шейкер. Следом, Мейден стоит, просто расставляет змейки, пытается убежать, есть у него гель дает, но попадает лишь по Бутрайдеру, также падает в таверну. И делают ребята из команды Гамбит минус 4 в размен на одного тролля. Да, побитые, что Драгонайт, что Клок, но ребята живут и размен прям хороший. Да, вышли вперед сейчас даже по золоту, я не знаю, покажут ли нам Dota Fight Recap, было бы очень любопытно посмотреть на него. Пока немного не хватает. У антимага нет бабочки. Не самым удачным образом, возможно, началась драка для Команчи. Вот как раз Fight Recap. Да, много-много очень заработали Гамбит здесь. Денег немного, но экспы просто тонны. 7,5, там 7200 экспы заработали. Дэмэджи нанесли 10800. Видишь, на антимаге перегнать двух коров оказывается даже не так-то просто. У антимага на 5000 больше, ну уже ладно, на 4000 больше, чем у Драгонайта.
и примерно на столько же больше, там, на 6 тысяч, да, там, на 6,5 тысяч больше, чем, чем у Тролль Варлорда. На 5,5, конечно. Да, на 5,5 тысяч больше, чем у Тролль Варлорда. Это вообще цифра-то неплохая, но дело в том, что у команды Команчи антимаг один вот таким грозным выглядит, а у Гамбит два героя, которые очень сильно бьют и дизейблят хорошо, и дэмэдж наносят, и сплитпушат, это тролли ДК. Вот антимагу вот не хватает. У него вроде бы был идеальный фарм, да, то есть он все фармил, все убивал, не умирал. И вот первый момент на 30-й минуте, когда он погибает. Так что бывает вот так. Драгонайт 21 уровня, взял талант на ГПМ с Шадоублейдом, БКБшкой и практически готовый кирасой, худом и армлезом. Ну, внизу-то будет заход, мы понимаем, да. Все-таки есть форма, есть Battletrans, есть Блокенбар. Тауэр падает очень быстро. Тимак без байбека, без бабочки, использован глиф. Команды Команч, ну и Гамбиты отходят. Надолго ли? Все-таки, ну хотя да, Драгонформа подходит к своему завершению, есть смысл отойти. Дождаться появления уже Ассаут Кирас на Драгонайте и только потом двигаться в сторону базы противника. А можно было бы и сейчас, конечно, немножечко побить Т3 вышку, потому что крипы не так близко находятся к строениям Гамбит и... Следующего момента, может быть, такого не быть, знаешь. То есть, вот, если антимаг больше погибать не будет, он будет постоянно спид-пушить. 24 уровень. У АЭМа на 25-м возьмет статы, скорее всего. Ну, тут в ситуациях, знаешь, когда можно и моновоид взять, не всегда моновоид берут. А тут уж совсем от моновоида толку... Ну, как бы не так много. Моновоид, конечно, круто может зайти, если ты какого-нибудь бэтрайдера щелкнешь или опарейшн, у которого маны много. Но... Важнее именно ловкость в данной ситуации. Кираса у Драгонайта готова. И он начинает понемножечку собирать МКБ. Как дела у тролля? Тролль после диффузов решил себе купить Линкен Сферу. Видимо, для того, чтобы Бейн ему не мог помешать в драке наносить урон. Ну и впоследствии мы тоже видим Манки Кингбар в квикбае. Может быть, Дахак передумает, не станет сначала линку брать, возьмет сначала МКБ, если у него денег много появится. Но все-таки тут есть чем сбивать Финсгрип, согласись. И хуком, и когами, и батарейками. Это только клокерг, да, Апарейшн там может как-то может подсобить Драгонайт со станом. Ну, в общем, можно справляться с Финсгрипом Бейном при желании, если способности оставлять. Тирадин вышка на топе до сих пор не разрушена. Сюда подходит Куман для того, чтобы исправить это недоразумение. Легко разрушает ее. И идет атаковать Т2. Бабочка у антимага. Ну да, тут, наверное, еще один слот нужен. Если бы антимаг собрал эту бабочку минутки на 3 раньше, то есть он тогда бы не умер, а драку бы выиграли, ребята. Можно было бы сейчас идти в бой. Хокшот, рейв, попытка убить Веномансера. Фиссура пошла на полку 0 и... Венмонстер остается без байбека. Это интересно уже. Нет, а байбек все-таки появляется. Только-только он оттикал. Окей, надо его делать. Есть, надо его делать обязательно. Притом байбек появился, потому что курьера убили. Что самое интересное. Лол, такой момент интересный. Курьер убил, по-моему, антимаг. Только с учетом появились деньги. Тем не менее, тут три башни падают очень быстро. Ребята пытаются размениваться. Мне это нравится. Это идея от Команчи. Они уже забрали, в общем-то, топ. Они забрали милибарак, они идут дальше и размениваются намного лучше. Надо сбивать телепорт, это самое главное. Драгонайт под блокенбаром убивает Шейкера. Идут в трон. Ну не-не-не, это... ребята, надо успокоиться. Надо это забить пранк, да, максимум рейндж барак и отсюда уйти. Лезть Линкен Сфера, антимаг это знал, поэтому вот так вот стоял до конца. Остается Драгонайт без маны, но мановоидом его не убить. И надо просто уйти. Очень круто получилось, очень круто здесь сыграли Команчи. Оставались до конца. Веномансер при этом даже не выкупался, что самое любопытное. Железные факту, нервы. Одна сторона на две. Да, вот хороший размен. Просто если бы... Ну ладно, там Т2 вышка стояла. Вот если бы не было этой Т2 вышки, можно было бы на Веномансере выкупиться, навязать бой, и антимаг мог бы просто мега крипов сделать. Ну то есть там позбивать ТПшки, там что-то такое придумать. Так, Апарейшн у нас потратил ультимейт и попал только по нескольким игрокам, да и то шлейфом. Вот, но, тем не менее, не горят желанием пока Команчи этого Рошана забирать. Хотят немножечко посплитпушить, пощекотать сопернику нервы. Их можно понять, потому что в лобовом столкновении 5 на 5 они не факт, что выиграют. А вот на сплитпуше с антимагом уже вряд ли что-то можно сделать. Можно только крипов не дать ему довести до ХГ.
А убить, посмотри, ну как его убивать? Ну то есть тут надо целой банды прийти за его головой. Батрайдер его в лассо не поймает. Ну, там надо прыгнуть, сбить линку. Антимаг к этому моменту размонтится и просто упрыгнет в неизвестном направлении. Рошаны идут забирать гамми. Активируется форма. Слушай, так тут сейчас мега-клипы будут. Ёлы-палы, что там нас? Усыпили драгонайта? Надо двигаться, да. Хукшот есть, приходит чешерский кот пока вниз. Здесь же драка продолжается. Финсгрип все еще висит и висит и висит и висит. Пошло лассо на Эрспирита. Эрспирит погибнет, погибает Бейн. Внизу при этом база не сгорела. Антимаг делает телепорт, успевает уйти. Драка продолжается на верхней руне. Пойзенова от Веномастера. Полетел Батрайдер. Пойзенова получил. Антимаг получает очень много урона. Зря, конечно, на базу улетел. Прилетел бы на Шайн, он бы тут сейчас всех просто бы ну порешил. Да, странная идея именно на базу уйти, учитывая, что вроде как у тебя ХП позволяет драться. Драгонайт еле живой. И Драгонайт неужели выживет? Шичло близко. Антимаг Шичло пришел. Есть форстав. Может добивать Кумана, но тут он под армлетом. Да, Антимаг пришел, убил Энштопаришина, дает мановой, этот урон не хватило. Видит тут еще еле живого Драгонайта, он идет под шрайн. Как же неудачно все получается, пытается убить Дахака. Дахак еле живой. Дахак остается без мана, Антимаг просто делал дублинка. Вот, по-моему, он сделал убийство чуть ли не бэфом, либо иллюзиями. Да-да-да, он сплэшем убил. Очень много дэмэджа нанес. И идет в рошпит добивать Рошана, которого размяли игроки команды Гамбит. Под медалькой Шачло все это удается провернуть. Забирает Аегис. Я так понимаю, сыр тоже достается антимагу. Антимаг блинкается и видит здесь сладенького клокера, который, правда, ставит коги, использует хукшот. В общем, все ресурсы тратит для того, чтобы сохранить свою жизнь. Потому что она ему понадобится для того, чтобы защитить бараки в боте. И туда сейчас как раз команчи и направляются. Прыгает антимаг, зажигает немножечко маны Дахаку, байбекается Драгонайт. Но Драгонайт без формы еще 15 секунд. У него нет Манки Кинг Бара. Манки Кинг Бара нет и у тролля Варлорда. Тролль понимает, что покупка Манки Кинг Бара — это уже вот необходимость в условиях данной карты. Потому что, ну то есть, если у него нет Манки Кинг Бара, антимага он убить просто не может. Там уже не важно, как бы ультанет в тебя бэй, не ультанет, но если у тебя нет манки кинбара, антимага ты не убьешь, как ни крути. Забирает на 20 уровне талант Веномансер. Веномансер выглядит очень блекло в этой игре, но тем не менее, полезные вещи делает. У него есть элибарда. Ух ты. Напали на тролля. Тролль активирует БКБ. У него есть байбек, но очень не хочет. Не факт, что он уйдет. Да, тут не по шансам. Башер работает. Блокинбар, жми, не жми, баш ты получишь. Придется выкупаться. Бэйн еще близко, Бэйн. Не успел зацепить его с фанофлайм, сделал форстав, нажал глиммер кейп, отсюда успел уйти, но ситуация критическая, нужно выкупаться, потому что антимаг зайдет очень быстро, спушит себя бараки, и глиф отсутствует, да, выкуп есть, глиф появится через 22 секунды, но я думаю, что команчи просто отсюда уйдут. Слишком опасно находиться здесь, хотя посмотрим, пока как-то не спешат уходить. Эхо, 100 секунд. Антимаг прыгает на топ, пытается добить барак быстренько. Вортекс стоит, Линкерсферу сбили. Антимаг опасно. Ребята очень много потратили усилий на иллюзию. Вот такие иллюзии убили, а настоящего антимага нет. Но учитывая, опять же, что у него Аегис, даже если убили бы, это особо не изменило он бы потом ситуацию. Он потом еще и сыр мог бы прожать. Он в итоге передал сыр Мейдену. Его подлатали флаской. Гейлом намазали чеширского кота, но у чеширского кота пайпа форста, по-моему, не сильно страшно. Антимаг готов снова пускаться в бой. Манты через 3 секунды убивает быстренько крипчиков, пытаясь ему уничтожить Дахак. Сбили Линкенсферу и увозят на лассо. А это только Аегис, и то. А только Аегис, это не факт. Антимаг прыгает, говорит, окей, разведу на Аегис на Лос Фанафлай. Лос Фанафлай выкупается, антимаг теряет свой Аегис. Финсгрип неплохой был, но его сбивают с помощью Клокверка. Рор на тролля, он тратит все время в блокинбар никуда. Антимаг опасно очень подставляется, антимагу нужно помочь. Антимаг получает найтбар, пытается уйти на блинкауте. Получается это сделать, антимаг уходит. Попутно берет еще и вангуард. Проблемы могут быть у Веномастера. Веномастер погибает от рук Бигнума. Ну и все, команча отходит назад. Был байбек от тролля, после этого от Энштопаришина, но ребята смогли защитить свою базу. Ну и от Драгонайт, разумеется. Опа, как же опасно-то пошел Клок. Непонятно, что же он хотел проверить, но и Клок погибает. Вот так вот. А байбека у Клокерка нет. Клок берет байбек, а еще и внизу руна очень приятная. Сейчас антимаг вдруг попытается проконтролить, что было бы неплохо. 40 минута, все-таки руна и внизу, и вверху спавнится. А тут ДД, и ты такой оп. И как-то очень приятненько бы пойти сейчас тоже. Шейкер уже практически жив, правда, надо кому-то пойти подафить топ.
там довольно много крипов. Ну, похоже, этим бестмастер займется. У него травала, он может потом вернуться, если что, в драку. Если ему захочется вдруг. Вызывает двух кабанов, вызывает хавка. Ну, дожидаются просто виномансера для того, чтобы закончить эту игру. Команч вполне вероятно. А гамбиты должны что-то предпринять. Как дела у Драгонайта? Драгонайт... Ох, чуть-чуть ему не хватает. Вот тут буквально капельку золота для того, чтобы купить себе Monkey King Bar, но жадные тиммейты не оставляют совершенно фарма. Надо забрать вот этих вот крипов в боте. Добрать эншентов. Но оставьте вы ему на МКБ. Чего вы делаете? Или хватит ему на МКБ здесь? Хватит, похоже. Ладно. Должно хватить. Но он не дофармливает Куман крипов. Нет, все-таки хватило. Про Кумана я вообще смотрю. Да-да-да. Я на тролле. Ну, тролли, смотрю, троллю тоже надо, конечно, МКБ. Просто он намного дальше от МКБ Драгонайт. Я же так переживаю за ребят, что... Не успеют купить Monkey King Bar и не смогут вступить в полной боевой мощи своей в заключительную драку в этой игре. Которая, скорее всего, будет на базе гамбитов. Ну, если она будет на базе гамбитов, она не будет заключительной для команчи, конечно. Потому что они еще несколько драк смогут провести. Клокерка убивают, пытаются. Да, через Фенс Грип, Клока убили, Лассо есть, но толку от него ноль. Попытку убить антимага, антимаг делает блинкаут. Еще был до этого Найтпрейв, но Марстера пытается запокусить, но алебарда работает. Пару миссов прокнуло, тем не менее тролль убивает его. Антимагом погоня, антимагу с блинкин сфера, антимаг делает блинкаут. Батрайдер под Пойзоновой, мол, стоит отойти. Пойзоновой заканчивается, шейкер, фистура по троимах. Слайм дать пока не получается, антимаг надо вернуться в драку. Рорс, спили Драгонайт, его можно убить. Драгонайт блокинбар успеет ли нажать, манавоид. Не нажимает, так Слайм, наверное, что порешено, также минус, все, это конец. Вдвоем защищать базу невозможно. Good game 1-0 за командой Команчи. Все-таки да, смогли хорошо дожать. Играли, хорошо играли Гамбит, хорошо играли Команчи. Просто немножечко не повезло Гамбитам. Несколько нерезультативных смоков они сделали. Вот если бы их смоки были результативней, они бы больше давления оказали бы. Они бы спокойно бы забрали одного из Рошанов, спокойно бы давили. И антимаг не был бы таким раскачанным, да? Ну, в общем, и сами Гамбиты раньше бы купили себе МКБшки, раньше бы купили себе другие ключевые артефакты. Вполне могли выиграть здесь, даже несмотря на столь сильного антимага. Ну что ж, отлично, 1-0 в пользу команды, ждем вторую карту. Ну да, уходим пока на паузу.